Промышленное производство в Тюменской области поддержат в рамках нового проекта «Про промышленность. Диалог бизнеса и власти». В нем участвуют более 60 предприятий. На первой встрече предприниматели обсудили с представителями органов власти, каким отраслям промышленности будет оказана поддержка в первую очередь. Есть возможность пообщаться не только внутри каждой отрасли, но и обменяться лучшими практиками, обменяться опытом, потому что мы все, конечно, работаем в каждой в своем предприятии, каждой в своей отраслевой специфике, но есть и сквозные проблемы, которые касаются нескольких отраслей. В этом плане мероприятие действительно будет, надеюсь, что будет достаточно полезным. Будем работать в группах и все потом вместе соединим и поймем возможности наши по смарт-задачам, поймем возможности наши ограничения и что мы должны сделать для того, чтобы имеющиеся предприятия чувствовали себя очень устойчиво и возникали новые промышленные предприятия.